Работы на полгода. Сегодня впервые в новом году на заседании собрался Координационный совет Общественной палаты Волгодонска. На встрече председатель Виктор Статников определил план работы на ближайшие 6 месяцев. Общественники будут активно участвовать в городских программах, таких, например, как безопасность дорожного движения, социальная поддержка населения, культурное развитие и организации доступной среды для инвалидов. На заседании председатель палаты Виктор Статников пообещал помочь бывшим работникам жилищно-эксплуатационной организации номер 8. Дело в том, что люди с июля прошлого года не получили заработную плату. Предприятие сейчас находится в стадии ликвидации. Мы пришли к вам спросить, есть ли у нас вообще власть в городе, кто ли встанет на нашу сторону. Я не одна, у нас целый коллектив. Мэру сказали, мы посмотрели, там к нему можно записаться аж на апрель месяце. Но это долго, понимаете, это уже поздно будет нам к нему обращаться. Но помогите нам всем.